Здравствуйте, дорогие коллеги! Поздравляю вас с праздником! Праздником когнитивно-поведенческой терапии. За моей спиной вы видите конгресс-холл, который находится в городе Белфаст, Северной Ирландии. И здесь завтра открывается 51-й конгресс Европейской ассоциации для когнитивно-поведенческих терапий. И мы хотим поздравить вас не только с началом работы этого конгресса. Сегодня уже состоялись воркшопы пре-конгресса, 8 воркшопов, замечательных специалистов. Мы поздравляем вас и с тем, что наша ассоциация возвращается к очной форме обучения. И мы предлагаем вам ознакомиться с теми городами, где уже с этой осени возобновится базовые продвинутые курсы в очных вариантах. Поэтому с праздником когнитивно-поведенческой терапии вас, дорогие коллеги и друзья, и до встречи на различных наших